это памятник. Кому это памятник? В Новокузнецке, да? Вот. Здравствуйте, мы в Новокузнецке. Неизвестно, кому памятник. Я не вижу, что-то написано. Девушки, а кому этот памятник? Скажите, пожалуйста. Ермакова? Да? А это кто такой? Вы не знаете, кто это такой? Просто я подошел поснимать памятник, вы уже сидите такие красивые. Мы вас посмущали, да? Не, мы сейчас уходим, вы сидите. Да не, не. Вы сидите, ничего страшного. Ермаков, это кто такой Ермаков? Ну, короче, мы находимся у памятника Ермакова сейчас в Новокузнецке. Сейчас прошлись по избирательным участкам по некоторым. Опросили всех, кто проголосовал. Ну, не всех, частично, кто проголосовал. Мнение интересное у людей высказали по поводу голосования. Вот. Ну, девушки нам отказываются сказать, кто что за памятник. Ну, мы знаем все равно.